Всем привет, привет! У нас утро. Димочка кушает, доедает свою макарошку с соусом. Я уже показывала вот такой соус. Так одну есть, он что-то отказался. Как-то один раз, первый раз, вернее, я сварил, он с удовольствием поел, а потом отказался. Ну вот придумали вот так вот. А я здесь, так вчера я посуду мыла, времени даже что-то помыть вообще нету. А завариваю себе кашку. Это обычный геркулес. Положила себе туда сухофрукты. Что-то вдруг мне сегодня захотелось. Кофе. Так, и тут вот варю я кашу, буду варить сейчас. А, хотела гречневую, но сын говорит геркулес. Хорошо, геркулес. Тут, короче, у нас беспорядок, просто кошмарный. Водка даже стоит, это салфетки когда делала, еще даже не убрала. Что-то убираться вообще нет. Вчера себя вообще ужасно чувствовала. Что-то вообще такая слабость была, просто кошмар. Даже ходить так было тяжело. Сегодня вот вроде получше. Горячая, да? Горячая, да. Вот, и накрываю. Все. И вот так вот она у меня... Пусть стоит. А я буду сейчас пить кофе снова. Вот здесь у нас цветочки с дачи. Уже сирень начинает вять. Не знаю. Хочу рисовать вот эти цветы. Но пока что-то опять, как всегда, некогда. А здесь у меня кофейная гуща подсыхает. Из нее я хочу делать скраб. Ну, не знаю, опять, когда я там соберусь. Что-то прям вообще. Постоянно нет времени, нет времени, нет времени. Здесь букет, шелуха моя сохнет. На улице все зелененькое. Одуванчики там уже пушиться начинают. Мир двигается. Жизнь, вернее, да. Двигается, года идут, а мы сидим дома на карантине. Еще тебе? Да, еще тебе. Да? Нахулиганил тут Дима что-то. Вот так вот хулгаю, да? Вот так вот бьет Дима. Угаю, Дима, да? Да, у тебя тут он все грязно. Опа. У тебя там полно всего. Давай, доедай. Все. Макай. О, тут макает, как эти. Картошка фри, я помню, в Макдональдсе. Когда теперь попадем в Макдональдс, непонятно. Да, Зайкин? Да, Зайкин. Хотя ты там ни разу не был. Всем привет, с вами канал Артмания. И вот у нас следующий день наступил. Поставили батарею. Наконец-то. Так, там прям посередке стоит. Так, довольно хорошо. По ощущениям, мне что-то почему-то кажется, что оно все-таки криво стоит. И сама батарея, мне кажется, немножко кривовата вот эту трубу. И как будто трубы тоже криво. Если смотреть вот так, все равно что-то кривовато. Вот. Да, вот так вот трубы у нас поставили. Все уходит в стену, осталось еще покрасить, но красить... Я, наверное, буду потом, когда уже будет тут ремонт, когда уже наклеят обои или подготовят, тогда, наверное, я покрашу. Сейчас, я думаю, смысла нет, а то покрасишь беленькой все-таки. Вот, все проверили, все поставили. А слесарь у нас, вот, знаете, вот просто прям классный. То есть, ну, он закрыт. То есть, если, допустим, вот на другом месте нам ставили, на кухне, он все обои, поскольку они были новые, он все закрывал, ушел. Вот сейчас я пойду принесу доску. Принес доску, поставил вот между стеной и батареей, чтобы, не дай бог, не попортить обои. Прям все старается. Там тряпки у меня были мокрые. Он все вот тут у подоконника вот закрыл. Своими руками все это держал. И, блин, это вообще... Думаешь, блин, какой классный слесарь. Другому вот за, ну, делал за деньги, все... То есть другой бы сделал за деньги, ему было бы абсолютно пофигу, что там будет. То есть, допустим, вот у мамы в квартире тоже как-то раз меняли батареи. И она не знала как бы этого, и слесаря ничего не сказали.
Вот, естественно, ничего не закрыли, они тоже ничего не закрыли. Вот эти вот брызги летели на стенки, на стекла, и, по-моему, даже на стеклах остались дырочки мелкие такие. Ну, не дырочки, а ямочки. И на подоконнике остались, и это не очень приятно. Мама говорит, я не знала, что настолько так будет. Знала бы, конечно, закрыла бы все это. И они ничего не сказали, ничего не подставили, там ничего. То есть им пофигу было, самое главное сделать и уйти. То есть здесь слесарь вообще совершенно другой, он старался, он прикрывал, даже тут лежала мокрая тряпка, он еще вот так вот держал здесь какой-то штукой железной, еще вот так вот руками все своими прикрывал, чтобы там, не дай бог, подоконник не повредить. И, вот. И когда мы ему первый раз его вызывали, нам еще соседка, по-моему, сказала... Что-то сказала, да, соседка, что у нас в доме слесарь очень классный. Подумала, ну, странно, думаю, слесарь и слесарь. Вот, ну, так вот. Здесь вот тоже, кстати, летели на него брызги. Ну, нет, с кранчиком ничего не случилось. Вот. Уже часть работы сделана, наконец-то. Поставили батарею. С этой батареей, конечно, будет гораздо-гораздо теплее. И ту старую батарею он сам вынес, выкинул. У нее была коробка здесь стояла. Он спросил, коробка вам нужна? Я говорю, нет. Тогда я ее пойду выкину. И сам пошел и отнес ее, выкинул. Блин, это классно. Это реально классно. Все за собой тут убрал. Но единственное, только да, вот я домыла полы и все. Остальное все он сам убрал. Все пришел, все проверил там, все. Вот. То есть, блин, прям классно. Вот, я уже полы здесь помыла. Несколько ходок. Сложно было отмыть, конечно, но я отмыла. Сейчас я буду вот это вот все... Сейчас вот чуть-чуть еще подсохнет у меня полы. Буду все вот это двигать. Сейчас, наверное, еще подоконник протру. А недавно я его уже протирала. Ну, немножко грязненькие тут какие-то пятнышки. Да, там мне все навалено. Я тебе все пытаюсь продать, эти формы для мороженого. Ну, купила, у меня не получилось с ними ничего сделать. Ну, не продать, а отдать хотя бы за вкусняшку. Ну, что-то уже второй-третий год никак не могу отдать. Вот, видимо, бесплатно надо отдавать. Вот у нас уголок. Здесь, конечно, вообще, я у себя на столе посмотрела, тут такая пылища. Блин, вообще, вот она. Вот она, пылища, блин, кошмар вообще. Здесь вот, да, вот здесь вот тоже. Вот, короче, сейчас я буду ставить, убирать. Еще вот немножко не досохло. И потом вам покажу, что как у меня стало. Ну, здесь, конечно, да, всего навалено. Я ничего, вчера убирать толком ничего не стало. Только взяла вот коробочку. Тут немножко сложила в коробочку. Ну, короче, там это, всякие маленькие детальки, чтобы они, не дай бог, тут не потерялись. Вот, а Дима сидел, ждал, смотрел, да, Дима? Все комментировал, что делает, огонь, дядя делает, да? Дядя батареи вешает, все комментировал, прям комментатор. Да, огонь. Как, огонь. Какой был огонь, покажи. Вот так вот огонь летит, вот так вот огонь. Летает, в разные стороны летел, да? Огонь в разные стороны летел. Да, Дима? Опять огонь, да? Да. Опять сколько у нас? Огонь. О, у нас уже 12 час. Огонь, да? А тебе уже в час. Спать ложится в 2 часа дня. Да. 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 Огонь. Сегодня и у нас с тобой вот такой денечек, да, непонятный какой-то. Вот сейчас еще, кстати, с вами это. Капусту надо еще поставить. Капусту так и не поставила. Здесь, конечно, я с утра только кофе попила, и все. Вот она, наша капуста. На улице у нас какой-то пух полетел, смотрю. Я такая стою, они там делают, а я на улице такая стою, смотрю через балкон. И думаю, ба, снег, что ли, полетел еще? Мама на днях говорит, вот скоро снег у нас выпадет. Я говорю, прекрасно, говорю, ты шутишь все еще? Ну нет, серьезно, серьезно, что-то уже несколько дней прошло, снега, слава богу, нету. А то я думаю, не дай бог, там одуванчики погибнут или листочки погибнут. Думаю, блин, будет обидно. Так, ну вот, смотрите, я приготовила уже наша капустка. Здесь у нас почти 600 миллилитров. Ой-ой-ой, елки-палки.
вода так отскакивает. Нет, наверное, мне кажется, надо поменьше наливать. 600. Как раз где-то миллилитров 500, наверное. Закрываем. Включаем. А, включается, слава богу. А то я так мыла жестоко. Так, меню. Что у нас тут? Плов. На пару суп. Бать, что-то мыло, оно грязное, макароны. Тушение. Тушение. Старт. Все. Час целый. Нифига себе. Пока она сейчас нагреется, минут 20-30. Еще плюс час. Ну ладно. Посмотрим, что будет через час. Вот наша капуста. Два раза уменьшилась. Делаем вывод. Капуста у нас уменьшается. В два раза. Ну, в принципе, я так и знала, поэтому я всегда делаю ее много. Потому что знаю, что она уменьшится в размере. Сейчас я буду ее кушать. Очень люблю ее с бутербродом и с маслом. Правда, бутерброд люблю из черного хлеба или там такого получерного. Как-то меня мама так приучила. Но у меня нет черного, у меня есть мой беленький. Вот у нас остался. Уже заканчивается, чуть-чуть осталось. Еще Женька там съел половину. Прямо она там кипит. Крышечка, кстати, чистенькая осталась. Ее потом тряпочкой протру. И все окей будет. И сегодня мы с вами скрываем вот такой вот сам буфер. Я уже открутила все болтики. А, даже ладно. Что у нас там находится внутри? О! Надо фонарик. Подожди. У меня малыш туда забросил свои игрушки. Но на самом деле он у нас не работает. По непонятным причинам. О, там еще полно. А, ну, здесь получается дырка. Я сейчас стащу игрушки. Там еще вон есть. Все. Да? Есть. Игрушки сейчас достанем. Вот так вот сейчас. Дима.